Погода сегодня замечательная, как обычно вещаем из подъезда. Уже любимый подъезд, знаете, как в подвале какого-то. Иду в магазин, ну и решил взять вас с собой, а то мне вчера в комментариях писали. Артём, давно не ходили вместе в магазин. Вот теперь сходим. Какой-то шалаш, сарай уже. Ужас. Подъезды. Я никуда не пропадал. Вчера у вас видео было. Вот. Ну, поменьше снимаю. Не по несколько видео в день. Ничего страшного. Можно отдохнуть. Проверка ящика. Пуст. Странно. Боже, запах лета. На сегодня 21 градус. Пахнет цветами. Знаете, все проблемы куда-то улетучиваются. Правда, у меня их нет. И запах такой легкий, ветерок. Офигенно. Смотрите, сирень. Уже все, скоро зацветет. Просто превосходно. Офигеть. У меня мамка любит очень сирень. Поэтому буду скоро рвать. Одна мандавошка вчера пишет в комментариях. Говорит, мне так по кайфу, мол, смотреть, как вы надрываетесь, блогер снимаете, а вам за это ничего не платят. YouTube. Я говорю, он мне и до этого ничего не платил. Говорю, что мне надрываться, у меня 2000 подписчиков. Кстати, у меня 2000 подписчиков, можете поздравлять. А, вот. И типа вам реклама ничего не платит. Говорю, у меня 2000 подписчиков и там пару тысяч на видео просмотров. Дай бог, наверное, какие у меня доходы могут быть. Ой, какие же тупые бывают люди, боже мой. Вон Денисов дедушка приехал. Просто я его не узнал сразу. Но иду в эту, в свою Дикси. Поближе. Время, по-моему, часов 10 утра. Кажется, даже меньше еще. Со входа сразу черешня появилась. В Дикси. Конечно, выглядит не очень. 429 рублей. За килограмм. Такая уже, знаете, какая-то пожеванная. Обратил тут внимание на дыню из Ирана. Вопрос, вкусная она или нет. Ну, это которая зеленая, наверное, внутри. Я пробовал такую в Дубаях. Вообще немножко уже пахнет. Два дня назад не пахло. О, абрикосы подешевели. 269. Абрикос, что у нас, Узбекистан? Можно, кстати, взять, да? Возьмем на пробу. Прям очень мягко. Или штучки на пробу. Нектарины еще деревянные. Так, что еще? Такая вот дыня. Я люблю торпеды, знаете, там здоровые такие, сладкие. Не буду дыни брать. О, апельсины по 70 рублей. Акция какая-то. Думаю, какой сыр взять. Ламбер. За 100 грамм 80 рублей. А здесь у нас полкило. Мне столько не нужно, в принципе.
этот вот сулугуни неплохой, кстати. Куда-нибудь выпечку его можно. Видите, полочки ломятся у нас. Все у нас есть. Кто там злорадствует. Так, мне надо взять... Ой, такой ряженки нету с малиной. Помните, я брал термостатную? Она только обычная, с малиной что-то нету. О, дали мне с малиной. По срокам у нас... О, нормально, еще месяц почти. Обязательно попробуйте, офигенно. Молоко. Ну, возьмем вот это вот. Того, которое я беру, что-то не вижу, наверное, закончилось уже. Так, пришел к фаршу. К сожалению, что-то я не вижу ничего хорошего. Эскалоп, шашлык. А фарша, который я люблю, нету никакого. Макарончики, макарончики. Сейчас не хочу ни макарона уже. Что-то ничего не охота. Что-нибудь такого легонького, знаете. Вкусненького. Сейчас в Дикси возьму вот молоко, йогурт. И пойду схожу туда, где, ну, типа рынка. Куплю там колбасу, сыр. Там можно выбрать хорошее. А, что там еще-то можно выбрать? Не знаю, там фрукты какие-нибудь. Курица. Вчера готовили горень, кстати. Очень вкусно. Ну, как готовили, мама готовила. Я уже ничем вчера не занимался, никакой готовкой. Шоколадки, вот, видите, в Диксе. Продавщица говорит, что заявили, что Пепси больше типа не будет. Хотя вон стоит стенд с Пепси. Вот. И пока что есть. Конфетки. О, Красный Макс. Смотрите, поскольку. Стоил 920 рублей за килограмм. Сейчас 40. 450, короче. Были, надеюсь, они свежие. Потому что мама вчера взяла вот эти. Мишка в лесу. Оказались не очень свежие, если честно. Красный Мак. Цена хорошая. Колбаса тоже. Дофига всего, ломится. Но что-то мне здесь ничего не охота. Сейчас схожу в палатку. На развес возьму что-нибудь интересного. А то здесь уже все приевшееся какое-то. Что-то я не знаю, у нас подсолнечное масло-то есть. Мамка брала или не брала. Ну, давайте возьмем вот по 114 золотая семечка. В принципе, нормально. Короче, взял всего ничего. Ну, сейчас мы зайдем на рынок, скажем так. Проверим туалетку. Так, подешевело. Ну да, какие-то акции же есть. Вон перо, 8 штук, 220 рублей. Папи, который я раньше брал, 269, ну, 270. Женская продукция тоже имеется. И все по акции. Дикси, Московская область. Так, а порошок. Кстати, смотрите, Зева Делюкс. 8 рулонов, трехслойный, 280. А папе 270. Уж лучше Зеву взять. Порошок, Ариэль по акции вижу. Персил по акции 479 за... 3 килограмма, по-моему. Да. А, нет, это Ариэль для цветного, для белого. Персила по акции нету. Тайд есть. Это обязательно попробуйте. Мальдивская мечты. Мальдивские мечты. Офигенный запах. Освежителя воздуха. Тайрвик.
Гель лоск за 400, полтора литра почти. Аперсил без акции 630. Сплат, кстати, подорожал. Был по акции раньше по 99. Это раньше, полгода назад. Уж давно таких цен, конечно, нет. Но такие сейчас цены у нас. Эти огурцы, кстати, совсем не сочные. Какие-то сухие внутри. Как будто из них всю жидкость выкачали. Старые, по-моему, сейчас дороже стоят. Да? Девятого, по крайней мере, на капуста, рынке. Смотрите, 47 рублей, а была почти 90. Даже за 99 я покупал, сюда приходил. И морковь, смотри, 54. А тут морковь, да. Ну, все говорят, плохо живем. Да. Берем капусту. Лук есть. Баклажаны хорошенькие, такие по 250. И возьмем, наверное, пару морковок. Ну, само пригодятся всегда дома. Перец красный подешевел, по 300 стал, был 400. Жизнь-то налаживается. Вот, видите, 300. Перчик болгарский, красный. Я так все витрины сейчас снесу. Орехи, кстати, есть. Миндаль по 140. Фундук жареный 140. Грецкий орех 80 грамм 110 рублей. Вот это вот для компотика очень хороший набор. Компот сварить. Ну, фасоль, горох, кукуруза, оливки, маслина. После турецких их тут жрать не будешь в России. Я так и не заказал, кстати. Ни на Озоне, ни на Валберес. Меня спрашивали про огурцы, где я брал соленые. Вот. По 130 рублей. Так, какие-то памперсы по акции по 1000 рублей. Бэби-бум. 56 штук за 1000 рублей. Памперс тоже есть. Четверка, тройка. Сахар вагонами. Можно отгружать 5 килограмм. Пока на кассе очередь. Кофе. Ну, за 250 рублей банку можно какую-нибудь взять. Якобс. Чай. Большой акбар за 250. Маленький 60. Ну и наш с вами Дейл. Вот это вот, где я брал водки Дзмараули. По 530 рублей хороших, кстати, вина. Указалось. Что, буду прощаться на этом. Сейчас пойду на рынок. Не знаю, там буду снимать или нет. Пошел на кассу, это моя очередь. Всем пока, пальцы вверх.